Здравствуйте, друзья! Зовут меня Елена, проживаю на севере Московской области. Будем печь пирог с яблоками, сливами. Один, а второй. Делать я тесто буду сразу на два. Начинки буду делать разные. Здесь у меня 180 грамм сливочного масла и 300 грамм сахара. Все это сейчас я взобью, его не обязательно взбивать до пышной массы. Ну вот так вот оно, просто перемешать масло с сахаром. Сюда добавляю 5 яиц. Как всегда, что-нибудь да не возьму. Не вижу, куда я делаю эту лопату. И точно так же перемешиваем. Ну, вот такая она получается, эта масса. Яично-масляно-сахарная. Все, и добавляем сюда муку с разрыхлителем и ванилином. Муки у меня здесь 300 грамм. В миске сколько ее сюда пойдет, я не знаю. Поэтому сейчас сделаю и скажу, сколько там муки у меня уйдет. Половину я выложила. Можно это перемешивать ложкой, можно миксером, но мне миксером удобнее и быстрее. Ну, вот такое вот тесто должно быть достаточно густое. Формы две. Одна вот эта стеклянная для запекания. И вторая. Пирог этот сильно не поднимается. А то я делала здесь запеканку. Это нужно, конечно, было видеть, что у меня там получилось. Она поднялась выше формы в два раза. Хорошо поставила не просто на сетку, на решетку, а поставила на противень, иначе у меня сгорело бы все здесь, все, что можно, все, что нельзя. Так. Ну, эту разложила сейчас. А в маленькую я сделаю, это у меня груша, она обжаренная с сахаром, потому что очень жесткая, прям невыносимо. Сейчас я это дело разровняю. Как разравнивается, я думаю, что все знают. Потом включу, покажу. Пытаюсь я на новом телефоне ставить на паузу. Ну вот, разложила я здесь сливу по краям и яблоки. В этом сливу
Что-то забрызгало все. Все, я отправляю перед в духовку примерно на 35 минут. И ждем, что получится. Забыла, сверху еще надо посыпать сахаром с корицей. Вот он у меня тут намешан сразу. Потому что слива очень кислая. И яблоки у меня тоже кислые. Все, ждем. Ну, сейчас они выглядят вот так. У меня здесь было два белка, сейчас я еще взбила я их с сахаром. Белки у меня стояли в холодильнике. Сверху сейчас намажу. И поставлю еще на 5 минут. Я думаю, что белку будет достаточно этому. Просто чуть-чуть я смажу. И выглядеть он будет... Так, ну а сюда не хватает. Ну, ничего страшного.